О, привет. Рад тебя видеть. Мне кажется, или твоя аура снова загрязнилась? Что же ты такого делаешь в своей жизни, что каждый раз, когда я тебя встречаю, мне снова хочется заняться чисткой твоей ауры? Да уж. Ну что ж, я надеюсь, ты тут именно за этим. Зачем же еще, верно? Что ж, тогда давай. Давай с чего-нибудь начнем. Буду тебя понемножечку расслаблять. Ведь не получится ничего и сделать, если не снять твое напряжение. Поэтому мы им сначала и займемся. Снимем твое напряжение. Расскажи мне, чем ты занимаешься, что тебе приходится обращаться ко мне за помощью. Ну, ничего удивительного. Другого я и не ждал. Старайся меньше воспринимать это в негативном ключе, и тогда, может быть, мне не придется делать это настолько часто. Много действий для того, чтобы тебя расслабить. Что скажешь? Чувствуешь себя полегче? Отлично. С этим уже можно работать. Супер. Знаешь, сегодня я предложу тебе сконцентрироваться именно на прикосновениях. Не на том, чтобы вытягивать из тебя негативную энергию, а на том, чтобы путем касаний заряжать тебя позитивной. Я думаю, тебе понравится. Что ж, давай начнем понемножечку. Буду касаться разных частей твоего лица. Так. Задача в том, чтобы ты почувствовал бы тепло. Тепло моих пальцев. Так. Теперь немножко снизу.
Что ощущаешь? После каждого очищения ауры ощущается легкость. Если ты чувствуешь что-нибудь, то что тебе стало полегче, делись со мной, хорошо? Немножко встряхнем с тебя негативную энергию. Так-то лучше. Отлично. Это тебе нравится больше, да? С этим больше ощущаешь легкости. Что ж, я могу тебя понять. Уже значительно лучше. Так. Уже значительно лучше. Значительно лучше.
пальцы нагреваются от чистки твоей ауры. Я прямо-таки чувствую, как они стали горячее. А ты посвежее. Я думаю, ты тоже это чувствуешь. Что ж, вижу, как ты наполняешься свежестью, свежей энергией. Теперь можно спать. Засыпай. 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 Засыпай.